Сегодня в Алтайском крае открылся первый международный турнир по гребле на байдарках и каноэ. В Барнаул приехали чемпионы и призеры европейских, мировых первенств и олимпиад. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 24 стран. Накануне губернатор края встретился с представителями Международной федерации каноэ, Всероссийской и Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ. Виктор Томенко пообщался с судьями, которые будут следить за ходом соревнований. Среди них мировые знаменитости, такие как Фишер Биргит, Саймон Тулсон, Фрэнк Гарнер и не только. Спортсмены отметили уникальность природы Алтайского края, а также нужную глубину и легкость воды на дистанции, отсутствие бокового ветра. Кстати, необычной частью турнира станут совместные заплывы мужчин и женщин в одной лодке. Мне всегда нравилась эта идея, поскольку чувствовать себя в одной лодке с мужчиной, когда такая сила прилагается, это всегда здорово. Мы живем вместе. Кто-то женится, рожает детей и продолжает грести. За право провести у себя первый международный турнир по гребле на байдарках и каноэ боролись города Китая, Венгрии, Канады, но выиграл Барнаул. Турнир начался пару часов назад, продлится 2 дня. За его трансляцией будут следить федеральные и мировые каналы.